Пустись в увлекательные приключения, прочти книгу. Привет, я Даша, и книжный видеоблогер, книжная бабочка Фанни Аннет предложила сделать такое видео, посвященное книгам со школьной поры. Вообще предполагалось, что нужно рассказать о 5 книгах. Но, увы, у меня набралось их только 4. Причем я одной даже не смогла найти в своей библиотеке, куда-то ее заныкала. Вообще, педагог у нас в школе по литературе был отвратнейший. Она делала все, чтобы внушить ученикам отвращение к литературе. Вот почему я не шибко люблю классику. Ну, в моем случае у нее это не удалось. И первая книга, которую я покажу, та самая, которую я не смогла найти, это «Достоевские преступления и наказания». Далее я очень-очень-очень любила рассказы Чехова. Он, кстати, был в селе, где я родилась. Далее, я обожала и до сих пор обожаю Шарлотту Бронте, Джейн Эйр. Правда, узнала я об этой книге не из урока литературы, а из урока по английскому языку. Нам дали задание перевести отрывок. Это был отрывок из Джейн Эйр. Я заинтересовалась и захотела прочитать всю книгу. И, наконец, самая большая моя любовь из литературы, из школьной программы. Хотя я прочитала эту книгу, наверное, лет года за 3-4 до того, как мы стали ее проходить по программе. Это Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита», мой фаворит в классической литературе. На этом у меня все, собственно. Читать побольше книг. Пока-пока.